Привет-привет! Сегодня мы, как всегда, находимся в Music Mag, и, так сказать, предложим вам вариант интернет-посещения нашего магазина. Меня зовут Алексей, а этот замечательного человека зовут Никита. Мы здесь работаем и предложим вам посмотреть, что же здесь происходит, как это все выглядит. Как только вы заходите в наш магазин, вы сразу попадаете в этот большой зал. Здесь находится в основном все для того, чтобы выступать, делать на дискотеке свет, работать на студии с мониторами. Но если более точно, то есть такая большая рама, на которой висит очень много разных приборов. Ну и, собственно, когда вы приходите, мы выключаем свет и всех их по очереди включаем. Вы смотрите, выбираете то, что вам нравится. Говорите нам об этом, и мы даже снимаем об этом видео сюжет. На этой полке представлены, на наш взгляд, очень интересные модели на сегодняшний день. Rocket 50 или тройки. Это очень новая модель, очень большая, но она того стоит. Посередине зала в основном выставлены MIDI-клавиатуры и акустика. Акустика сценическая, мониторная. MIDI-клавиатуры различных производителей. Ну, сегодня есть от Novation, от M-Audio, от Axelvox. В дальней части зала есть очень большая, такая прибольшая витрина. На ней лежит очень много всяких мелочей. Это и звуковые карты, и наушники, и различные полезные девайсы, которые могут вам понадобиться. Как правило, когда человек заходит в магазин, он сразу же двигается к этой витрине и начинает ее от начала до конца рассматривать. Вы можете сделать так же, а можете подойти к нам и попросить, мы вам скажем сразу, где что лежит, посмотрите. Если вам хочется послушать, например, наушники, вы можете подойти к демо-стенду, попросить у нас какие-то наушники, мы вам даем. Здесь есть такой замечательный пионер. Вы подключаете и слушаете. То же самое происходит и с мониторами. Если вы хотите послушать, мы их поставим и послушаем. Ну, пойдем в следующий зал. Находится, так сказать, наша новинка, потому что раньше мы этого сильно-то и не делали, а теперь у нас есть гитарный отдел. В гитарном отделе на сегодня есть довольно большой выбор гитар ESP LTD и довольно редкий выбор гитар Reverend. Это довольно новый бренд для России, и мы надеемся, что он вас заинтересует. Ну, есть также и различные усилители, басовые гитары, есть примочки. Есть довольно широкий выбор струн, как басовых, так и гитарных. Очень большой выбор. Ну, что могу вам еще сказать? Это еще не конец, и у нас появится еще очень много всего интересного. И как только оно появится, вы об этом узнаете из нашего сайта, из наших видеообзоров или просто статей. Так что заходите. Пока-пока.